Зима покажет. На самарских дорогах в этом году проведут эксперимент. Во время снегопада улицы обработают разными видами реагентов. По результатам выберут самый оптимальный вариант по качеству, цене и безопасности. Добро на проведение испытаний дал глава города на совещании в мэрии. Надо посмотреть альтернативных поставщиков или альтернативных производителей. А с учетом того, что мы хотим весь город накрывать химией, уйдя от песка с солью, да, которая, так сказать, и ливневку нам забивает, и потом огромные грязевые такие формируют накопления. Вот. Мы со временем должны будем наращивать объем химии в городе. Для этого нужно искать альтернативные пути. На протяжении нескольких лет на самарских дорогах зимой используют Бионорд. По оценкам специалистов, пока это лучшее, что есть на рынке. Он хорошо топит снег и лед, относительно безопасен, хотя есть и более активные реагенты. Но, отмечает руководитель муниципального предприятия благоустройства, использовать химикаты без испытаний слишком рискованно. Поэтому в этом году в основном закупают проверенный Бионорд. Уже на этой неделе на склад предприятия поступит 2000 тонн реагента. Поставка будет, по сути дела, револьверной. И в зависимости от зимы, то есть мы можем выйти, там, не заготавливать сразу на 100 дней, на там, 7, 8, 10 снегопадов, а в рамках держать запас прочности в рамках месяца с моментальным подвозом. Такой подход позволит закупать реагент по потребностям, что поможет обойтись без излишков. К тому же удалось договориться с поставщиком о снижении стоимости Бионорда по сравнению с 2014 годом, в результате чего общая экономия составит порядка 3 миллионов рублей. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.